Вопрос басисту. Сидение на стуле – это необходимость? Это имидж. Я изображаю парня из зала. Пример подаю. Пришел один, я пришел с войны, я лишился сил и загнал коня. Поцелуй меня взад и обними. Это страх, там где страх, места нет любви. Это страх, там где страх, места нет любви. Когда я на почте служил ямщиком, ко мне постучался косматый геолог. Когда я на почте служил ямщиком, ко мне постучался мой невропатолог. Я танцую, люблю. Я люблю. Отказываюсь. Я люблю. Да, я не танцую, но люблю. Жизни ад. Рай и ад, вот такая тема. Рай, ад, любовь. Скажите, вот если бы такая возможность была, куда бы отправились, в рай или в ад? Любовь. Нет, дело в том, что, во-первых, это решать будем не мы явно. И, во-вторых, конечно, не в ад хотелось бы. Неужели вот рок-музыкантам не хочется... Что, гореть вечно в гиене огненной? Да нет, не хочет. Помню, последний вопрос. Вы к дамам как обращаетесь? Как, иди сюда, как-то вот так у вас песня появится? Или все-таки... Иди туда, у нас нет. Нет такой песни. Я обращаюсь в зависимости от возраста, либо сударыня, либо барышня. Очень хорошо. Либо киска. Значит, у вас создан такой образ вот таких бубников, которые порой говорят... Да, нет, у вас есть песня. Нет, я бы вам... Нет, ну не так, есть что-то, есть такая фраза. Это ты когда в бейсболке выступал, наверное. Ну что ж, спасибо вам огромное. Мы надеемся, что концерт будет замечательным. Будем смотреть, наслаждаться и думаем, что... Спасибо огромное вам, вы нам подняли настроение перед концертом. Ну, спасибо. Дорогие зрители, я вам открою секрет. Господин Самойлов, который Глеб переоделся, придя к нам в студию, он к ней пришел к нам не в этой вещи. Да, я пришел в костюме от Версачи. Нет, но тем, ну что же сразу обижаетесь? Я не пытаюсь вас задеть. Но... Она кричит, что она меня любит. Ты любишь не меня, а мои миллионы. Не надо, не спускайся. Находись лучше там, в высоте, недосягаемо как-нибудь. Ты будешь моим идеалом теперь. Угу. Что? Вопрос-то был. Этим роликом я передаю привет своему брату Вадику. Ой, а можно я тоже ему передам? Да, передавай привет. Вадик. Привет, Вадик. Привет, очень привет. Жаль, что ты не пришел к нам в программу. Мы тебя так ждали, так ждали. Ну, надеюсь, что это... Вадик, не... я сегодня проснулся в 5 утра, между прочим, специально, чтобы прийти на эту программу.